8 естественных путей предотвращения простуды. Поехали! Невероятно, но факт. Лучший метод профилактики простуды и гриппа – частое мытье рук. 80% инфекционных болезней распространяются контактным путем. Центр контроля за болезнями США подтверждает, что мытье рук – единственный и самый действенный способ предотвращения вирусных и бактериальных инфекций. Не прикрывайте руками рот, когда кашляете или чихаете. Если чувствуете, что вот-вот чихнете, используйте бумажный платок, а потом выкиньте его. Избавьтесь от носовых платков из ткани. Именно во влажной среде носового платка вирусы долго сохраняют свою жизнеспособность. Не трогайте руками лицо. Вирусы проникают в организм через глаза, нос и рот. В Висконсинском университете наблюдали группу взрослых людей. Они находились в комнате, все предметы в которой были населены вирусами простуды. Каждый наблюдаемый неосознанно касался своего лица 15 раз и более в течение часа. Многие испытуемые вскоре заболели. Противоположный результат дало аналогичное исследование, но на этот раз участников снабдили повязками, предотвращающими контакт рук с лицом. После такого эксперимента заболевших было значительно меньше. Регулярно занимайтесь аэробными физическими нагрузками. Они помогут вам увеличить число иммунных клеток. Примеры аэробных тренировок – бег, ходьба, катание на велосипеде, активные игры. Кушайте зеленые, красные и желтые овощи и фрукты. В них содержится много активных веществ, укрепляющих иммунитет. Витамины А, С, В9, он же фолиевая кислота. Откажитесь от курения и алкоголя. Курильщики болеют простудами чаще и сильнее, чем некурящие. Причиной может быть то, что сигаретный дым высушивает слизистые дыхательных путей. Кроме того, сигаретный дым нарушает подвижность ресничек, крошечных волосков на поверхности клеток слизистой дыхательных путей. Именно реснички помогают удалить вредные вещества. Алкоголь угнетает иммунную систему организма, а также обезвоживает организм. После болезни смените зубную щетку. Выздоровев, выбросьте старую зубную щетку, чтобы не инфицировать себя повторно. Мокрая зубная щетка, хранящаяся в темной ванной комнате – идеальное место скопления вирусов и размножения бактерий. И, наконец, расслабьтесь, ведь стресс подавляет иммунную систему.